Эй, с тобой Энгрей, и сегодня мы с тобой сыграем в игру под названием Dark Hunter G Yoma no Mori. Игра от компании Koei, между прочим. Так что это нам еще в копилочку. Одна игра. Можем выбрать трех героев. Марико Каяно, Ран Машибу и Чер Мулиган. Ну, разумеется, мужик наш вариант. Today. Обязательно зажжем, кстати, сердечко твоей груди. Вау. При том, что как бы у файла было указано Japan. Звучка явно какая-то сверхнедорогая была. Ну что, вообще даже фанатская, чёрт его. When the feeling of anger wells up inside of me, my right hand shoots flames. It isn't hot. Since I've lived to take revenge on the monsters, maybe I've become a monster myself. Походу, знаете, где-то какие-то, не знаю, новые сотрудники будто бы эту игру делали. Потом сказали, вот вам маленький бюджет, докажите, что вы умеете делать игры. И они такие, да, мы сейчас что-нибудь забацаем. Потому что, ну, это явно не в стиле Koei, вообще ни разу игра. I'll leave it with you until you decide to leave this school. Cher, it looks like our stay of execution is over. One of them paid a visit to Mariko's room. С расстояния она смотрелась куда хуже. По-моему, это какие-то 50 оттенков японского. Суши. Какой-то миллиардер с постоянно открытым прессом и грудью мускулистой. I'm sorry, but I've got a big job waiting for me tomorrow. Unlike you, I've got an organization on my back. I can't change my plan just for Mariko. Really, Ron, if you're worried about Mariko, you should take her away yourself. Огни тушителя видим в углу. That's your way of life, not relying on... Наличие не груди, видимо, у этой рыжей бабы. В принципе, нам пофиг, конечно. Блин, я такой красавец вообще. All right. Довольно любопытно, что они, конечно, покадрово сделали прямо ролики. Но я же говорю, это ощущение, что это просто какая-то юная, не знаю, команда была, которую сказали сделать нам хоть что-нибудь, плевать вообще. Точнее, даже не то, что плевать, они, видимо, концепт принесли, сказали, ну ладно, давайте, забацайте нам. У нас будут аниме персонажи, аниме ролики. Вообще похоже на какой-то интерактивный аниме фильм. Why do you say that all of a sudden? I don't like arrogant people like him. Why would you say such a thing? This isn't the best place to tell you this. But see, I had a crush on you. Почему он виды имеет на Марико? Human feelings create chinks that your enemies can take advantage of. If I'm going to defeat the monsters, then the only thing to do is to become a monster myself. Damn, monster myself, он хочет быть.
Может быть, что-нибудь поумнее придумал, чем такую дурость. I met you with Cher. You remember me, don't you? Точно, знаете, как сюжет в комнате. Сатоши, where are you going? Томми Вайсо. Oh, hello. I bear you. Look at my where eyes. Are you running from me? Look in my eyes. Происходит. You came to find your cat, huh? Он прочитал его мысли. You can't. It's dangerous up ahead. Знаете, был бы прикол, если бы мы даже играли, но пока реально смотрим какую-то зарисовку сюжетную слабую. Может, Куэй на самом деле даже эту игру просто издавали, кстати, почему бы и нет? Хотя не, Коушибусава было. Значит, это их. Скорее всего, это я говорю, маленькая команда, там, не знаю, может быть, студентов, которые только вот нанялись, и они такие, блин, мы сами можем запилить вам такую крутецкую игру, а вот тут все делать свое. Самураев, китайцев. Мы вам сейчас тут отбацаем игру ВК. The headmaster will explain to you in person. Ой, даже не прям, ну, так. You're a fortunate girl, Mariko. Mr. Miyato, please watch what you say. Soon. Oh, my apologies for my careless comment. Баба унизила мужика. Нормальная ситуация. That right eye. Чтобы он сам на себя злился в итоге. That right eye, то бишь он монстр. So the monster that attacked Mariko last night was Mr. Miyato, huh? Huh? Мистер Миято, ха? О боже, искатель котов, который, кстати, не разговаривает. Что за херня? У него фонариком, что ли, кто-то светит? Юичи, follow her. Что тут происходит? У меня засветилась рука, она пошла и... You know what to do, right? Они все монстры, я так... Как... Постановка сюжета просто максимально бредовая. И ученика отправил какого-то, который монстр. Какая-то жестяная жесть. Боже мой, серьезно, у него... Одно очко прозрачное, стандартное, второе солнечно-защитное, типа. Это недобрая улыбка, с учетом, как он на пацана посмотрел. My goal is the headmaster's office. I can't afford to be going off rescuing Mariko and Satoshi. Mariko and Satoshi. Отсоси мои кокоши. Так. Я просто жду, может реально будет какой-то геймплей. Но по ощущению нет, мы реально смотрим мультик. Дешевые, с тупым сюжетом каким-то. Это пацан хочет с другим пацаном быть, но тот его не принимает. Что происходит вообще? Я предполагаю, что озвучка может даже и любительская на самом-то деле. Почему бы и нет? Игру-то, скажем, я брал не на японском сайте, а на английском. Кто знает, может быть, реально это любительская озвучка. Но даже так, постановка сюжета здесь выглядит максимально. Ага, вот у кого был китен.
Ну, наконец-то. Голая грудь встретится с спортивным мамоном. Начнешь сейчас файтинг какой-то начнется. Ха! Мистер Миато, need some eye drops? Да, уронил свои яички. Вот это он уклонился. Мастер уклонов просто. Котейка в итоге тоже тварью какой-то оказалась. Пауком вообще. Your kitten is dead. Run away. Bitch. Run all the way to town. Asshole. Run. I'm gonna gouge out your eye. And ass. Он трансформируется сейчас, да, кстати, реально паук оказался, ух ты, какое уродище-то. Ну давайте, удивите меня тем, что здесь все-таки нет никакого геймплея. Это оно стало 3D-шным. Ох ты мой, должен как-то за его лапой уследить. Так, она где-то вот здесь находится. Нужно кружочек нажимать. Ах ты тварь. То бишь я еще должен угадать. Сейчас будет правая. Сука! Левая. Сейчас будет левая. Охуй. Ждем левую. Или это правая? Не, ну это наебка какая-то. Так, сейчас будет правая. Ага. Ой, говнюшок. Поплыл. Ах ты сука. Блять! Только не говори, что ты по очереди сейчас начнешь. Ну это невозможно. Кнопка не сработает. Ах ты сука. Серьезно, она не срабатывает, должен заранее знать, куда он бьет. Вот это кал отборный. Ну да, спасибо. Три точки дай мне, когда у меня нет ХП. Блин. Озвучка века была. Какая же шляпа, блядь. Не знаю, сколько игр, кое я не играл. Был и необычный, помню, файтинг в 3D-перспективе. Ой. На самом деле, что-то не могу вспомнить, помимо исторических игр. Но это, по-моему, самая шляпа, что была. Вот, как бы, вообще посерьезу. А, да, по-новой. Ну ладно. Мы в любом случае закончим. Пофиг. Это реально новелла с какими-то минимальными элементами геймплея они придумали. Причем ну, дебильными весьма. Знаете, я нажимаю, но, то бишь, я должен быть именно, по большей части, в этой точке. Ну, конечно, да-да-да. Вот видите? Давайте буду посередине. Не, успел, тут можно успеть. Но, как видите, не всегда. Что ж, в целом, рейтинг этой игры для себя поставлю минус 5. Наконец-то найдена. Пока что реально худшая игра от Кайяи, которую можно было только найти. Я ее нашел. Красавчик, походу. Собака, блядь, паучистая. В целом сказать нечего. Упоротый сюжет, даже на английском я слышу, что очень плохая озвучка. Также... Как минимум, геймплей, который есть, он упорото ушлепошный абсолютнейший. То есть, ну серьезно. Видите, даже я, метнувшись туда, кнопка не прожимается, не идет засчитывание. Иногда идет, окей, я не против.
Короче, тут нужно прям совсем в момент успеть. Видите, это дается лишь изредка. Пошел ты. Сходи в туалет, раз у тебя понос такой начался. Соответственно, даже если бы игра была бы на русском, с русской озвучкой поменьше, ну ее в жопу. А на этом всем желаю здоровья, счастья, любви, процветания. Морального вам. Что это? Какую информацию можно почекать или что? Выйти из игры можно? Это лучший вариант на самом деле. Да. А, кояй, молодцы, ребят, молодцы. Любить себя риски, я завтра даю мне задание, вы же можете выбрать, завтра для меня не подумаешь, все в жизни гаража. Всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.